Всем привет, меня зовут Воевода Валерия, я учусь в лицее номер 176. Этот проект дал мне большую возможность познакомиться с очень классными девочками и замечательными людьми из разных областей деятельности. Всем привет, меня зовут Лера, мне 14 лет. Как я попала на мисс старшеклассница? Просто листала ленту в Инстаграме и наткнулась на этот конкурс. Хочу сказать огромное спасибо организатору Олесе и всем нашим спонсорам. А также хочу сказать спасибо своей группе поддержки. Привет, я Огнёва Алина. Я участница конкурса «Мисс Старшеклассница». Я благодарна этому конкурсу за возможность развивать себя и за возможность знакомиться с новыми людьми. Спасибо. Всем привет, меня зовут Полина Поспеловская, я из экономического лицея. Желаю всем девочкам удачи, а также хочу сказать большое спасибо этому проекту за то, что дает развиваться и почувствовать себя красивыми. Всем привет, меня зовут Оля, я участница проекта «Мисс Старшеклассница» в городе Новосибирске. Я передаю огромную благодарность всем спонсорам этого проекта. Это огромная возможность научиться чему-то новому и завести новые знакомства. Всем привет, меня зовут Диана. Я представляю Новосибирский университет экономики и управления. Участвовать в конкурсе я решила спонтанно и ни разу об этом не пожалела. Здесь я познакомилась с классными ребятами и приобрела большой опыт, который мне пригодится в жизни. Хочу сказать огромное спасибо моим родным за поддержку и организаторам этого конкурса за возможность. Всем привет, меня зовут Софья Барвинюк, я учусь в Колыванской школе номер 1. Спасибо организаторам и спонсорам за этот прекрасный конкурс. Привет всем, меня зовут Мария Панюкова, я учусь в школе 40 города Новосибирска. Хочу сказать спасибо организаторам и спонсорам этого проекта. Я обрела новую компанию, очень много новых знакомств и большой колоссальный опыт для меня в разных абсолютно сферах, и в танцах, и, может быть, даже боевые искусства у нас скоро будут. Еще как бы были и вокальные у нас мастер-классы, это очень классно, и, может быть, в будущем я выберу какую-то сферу, одну из представленных, и свяжу с этой сферой свою жизнь. Всем привет! Меня зовут Панкевич Виктория. Ля-ля-ля. Я участница мисс старшеклассница город Новосибирск. Я желаю всем хорошего настроения. Все. Всем привет! Меня зовут Юля, мне 18 лет, и я учусь в НГТУ. Я являюсь участницей проекта Mist Me. И очень счастлива, что в городе Новосибирске решили провести этот замечательный конкурс для старшеклассниц. Для старшеклассниц. Хочу просто сказать по минимуму хороших слов в сторону организаторов конкурса. Они очень большие молодцы, что все так слажено и хорошо организовали. Спасибо всем спонсорам, все, кто проводил нам мастер-классы, очень-очень клевые, классные. Спасибо им за то, что они поделились таким большим опытом. Помогли нам немножко с девчонками сплотиться, мы узнали друг друга, завязали новые знакомства. Что я хочу еще пожелать всем? Радости, счастья, конечно же, мир во всем мире. И хочу пожелать всем всем победы, ну и себе победы. Всем привет, меня зовут Лиза, мне 17 лет, я учусь в 4-й гимназии, в 10-м классе. Меня пригласили для участия в этом конкурсе, и на самом деле данное мероприятие я не воспринимаю как конкурс. Я пришла сюда, чтобы получить много новых эмоций, завести новые знакомства и, в принципе, как-то растрястись, получить новые какие-то впечатления.
Всем привет! Меня зовут Поротникова Влада, и я учусь в 76-й школе. В этом году я решила принять участие в конкурсе «Мисс Старшеклассница». Это для меня, безусловно, впервые, но я считаю, что у меня, возможно, есть шанс. Всем привет! Меня зовут Лиза, мне 15 лет, я учусь в школе номер 5, и я также модель агентства «Русский блеск». От конкурса я ожидаю очень многого, и я знаю то, что я это получу, потому что у нас проводится очень много клевых мастер-классов, где мы делаем всякие различные вещи, начиная от творчества и заканчивая разным мейкапом, прическами и также там стилем одежды. В конкурсе я участвую недолго, потому что я пришла не с основной командой, и все равно я получила очень много клевых эмоций. У нас очень классный руководитель Олеся. Мне все очень нравится, и я надеюсь на очень грандиозный финал, который мы точно все получим. Меня зовут Иляскина Ангелина. Я учусь в 167-й школе. Очень рада, что в нашем городе проходит такой масштабный проект «Мисс Старшеклассница». Мы на проекте ходим на всякие различные мастер-классы, хорошо общаемся с девочками. Думала, что будет очень такая накаленная обстановка. Нет, все очень хорошо, мне здесь очень нравится. Я сильно рада, что в нашем городе проходит этот проект. Привет, меня зовут Настя Кель. Я учусь в 7-м классе 1-й гимназии. Придя сюда, я искала много новых впечатлений, и я их получила. Всем удачи! Всем привет! Меня зовут Настя. Я учусь в школе 117, мне 15 лет. В таком конкурсе я участвую впервые. Мне все очень нравится. Я хожу на множество разных мастер-классов и узнала много нового. И также познакомилась с компанией очень классных девчонок. Желаю всем участницам удачи и каждой счастья. Всем привет! Меня зовут Стафичук Юлия. Мне 15 лет, я учусь в 9 классе 117 школы. Пришла на этот проект под названием «Мисс Старшеклассница», чтобы получить много новых эмоций, попробовать себя в разных сферах. И заходи на сайт «Мисс Старшеклассница», голосуй за меня, я буду всем вам рада. Всем пока! Всем привет! Меня зовут Анжелика, я из 21-й школы. Я учусь уже в 11 классе, поэтому мне очень важно выбрать свой жизненный путь. Этот проект показал мне, что я могу быть хорошей актрисой, я могу хорошо петь, я могу прекрасно рисовать. Я очень благодарна всем девочкам, которые создали такую дружескую атмосферу в нашем коллективе. И очень рада, что нам попали такие классные мастера, которые с юмором и пониманием проводили мастер-классы. Всем спасибо, приходите мне поболеть и выберите мне в финале, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Анжелика, мне 14 лет. Я учусь в 8-й школе. Принимать участие в этом конкурсе для меня что-то новое. В этом проекте я хочу показать себя с самой хорошей стороны и показать все то, что я умею. Приходи поболеть за меня 6 мая в клуб «Отдых» и голосуй за меня на сайте. Всем привет, меня зовут Витина Елизавета, я учусь в 185-м лицее, мне 15 лет. На данный момент я участвую в конкурсе «Мисс Старшеклассница». Мы здесь ходим на различные мастер-классы от партнеров конкурса. Это на самом деле очень интересно и познавательно. Голосуй за меня на сайте и приходи 6 мая в клуб «Отдых». Мне очень нужна твоя поддержка. Закрыть и поддержать зал. Посмотри на них.